какие нужны документы для возбуждения процедуры банкротства в отношении физического лица в 2021 году. Разберу в подробностях, как на обучении для юристов. Необходимые для банкротства физического лица в 2021 году. В подробностях. Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физлиц, 250+ процедур лично завершила и все с освобождением от долгов. Обучаю юристов, работаю с 2015 года в сфере решения проблем с долгами. Какие нужны документы для возбуждения процедуры банкротства в отношении физического лица в 2021 году? Разберу в подробностях, как на обучении для юристов. Если видео вам будет интересным, полезным, не забудьте меня поддержать, поставить лайк, подписаться на мой канал. Это можно сделать после просмотра видео. А также хочу вам задать вопрос, дайте мне обратную связь, пожалуйста, в комментариях. Собирали ли вы документы для банкротства? Какие у вас были сложности при сборе документов? Кстати, хочу заметить, что я лично отвечаю на все комментарии, поэтому не стесняйтесь, пишите, а также задавайте вопросы. Итак, перечень необходимых документов предусмотрен пунктом 3 статьи 213.4 закона о банкротстве. Сейчас я буду разбирать этот перечень простым языком. Итак, по абзацам пункта 3 статьи 213.4, что нужно? Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредитора в полном объеме. Простым языком, что нужно? Подтвердить задолженность вы сможете посредством справки о размере задолженности. Она запрашивается в каждом банке. Если ваш долг просужен, то это решение суда или судебный приказ. Судебные акты также будут подтверждать факты наличия задолженности. Альтернативные доказательства подтверждения наличия задолженности – это выписки из бюро кредитных историй, можно бесплатно заказать через госуслуги. Это требование или претензия от вашего кредитора с печатью, подписью уполномоченного лица. Это скриншоты из личного кабинета, актуально для микрофинансовых организаций. Хочу заметить, что при использовании альтернативных доказательств, к примеру, при использовании выписки из бюро кредитных историй, суд может оставить заявление без движения и предоставить вам разумный срок, чтобы вы суду представили справку о размере задолженности, к примеру. Поэтому не пугайтесь. Многие суды принимают выписки из бюро кредитных историй или альтернативные доказательства и возбуждают процедуру банкротства без проблем. Основание возникновения задолженности вы подтверждаете кредитным договором, договором займа или иным договором. Если у вас они утеряны, к примеру, кредитные договоры или договоры займа, можно ли возбудить процедуру без них? На практике да, возможно. Я и моя команда, а также другие юристы неоднократно возбуждали процедуру банкротства без доказательств об основании возникновения задолженности, то есть без договоров. Однако есть риск, что суд оставит заявление без движения и попросит представить необходимые документы. В этом также страшного ничего нет. Следующий документ по пункту третьему – это документ, подтверждающий наличие или отсутствие гражданина статуса индивидуального предпринимателя. Не ранее, чем за 5 рабочих дней, вы представляете эти сведения суду. Эту справку можно заказать бесплатно на сайте налоговой. Следующий абзац – это списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или фамилии, имя, отчество, сумма кредиторской, дебиторской задолженности. В общем, весь абзац читать не буду. Эта форма, список кредиторов и должников, установлена приказом Минэкономразвития номер 530. Ее нужно заполнить и подписать. Следующий абзац – это опись имущества гражданина. Эта форма также установлена приказом Минэкономразвития номер 530. И да, минута рекламы. Чем я могу быть полезна? Во-первых, провожу процедуру банкротства под ключ и до результата по всей России. Вне зависимости от активности ваших кредиторов и сложности дела, стоимость фиксированная и под ключ. Также предоставляю кандидатуру финансового управляющего, которого я и моя команда контролируют. Вы даже не будете с ним взаимодействовать. Далее, у кого нет денег на юристов или кто хочет сэкономить на юристах до 100 тысяч рублей, у меня есть курс по самостоятельному банкротству, где с помощью меня и моих юристов вы самостоятельно подготовите все документы, возбудите в отношении себя процедуру, и я представлю вам кандидатуру финансового управляющего. А у кого вообще нет денег, есть лекции по самостоятельному банкротству за 990 рублей с образцами всех необходимых документов.
И в-третьих, я обучаю юристов всем нюансам банкротного дела и как стать экспертом в банкротстве физических лиц и зарабатывать на этом. Следующий абзац – это копия документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина. Чем вы можете доказать наличие у вас или отсутствие имущества, движимого или недвижимого? Это справка из ГИБДД об отсутствии или наличии зарегистрированных за вами транспортных средств. Или, к примеру, если у вас есть собственность транспортное средство, СТС, свидетельство о регистрации транспортного средства. По недвижимому имуществу доказать наличие или отсутствие вы сможете посредством выписки из ЕГРН, она заказывается в МФЦ по месту вашей регистрации. Так как выписка платная из МФЦ, из ЕГРН, можно использовать иные доказательства наличия у вас недвижимого имущества в собственности. К примеру, выписка из ЕГРП или свидетельство о регистрации права. Ранее выдавали свидетельства зеленые, розовые. При наличии у вас таковых, вы их можете использовать. Следующий абзац из пункта 3 статьи 213.4 закона о банкротстве. Это копии документов о совершавшихся гражданином в течение 3 лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале и так далее. Здесь вы представляете суду договоры купли-продажи, договоры дарения, мены при наличии. Если у вас договоры утеряны и сделки вы совершали в течение 3 лет до даты возбуждения процедуры, просто укажите в заявлении, что я совершал такие-то, такие-то сделки, договоры утеряны. Следующий абзац – это выписка из реестра акционеров, участников юридического лица. Это выписка из ЕГРЮЛ, Единый государственный реестр юридических лиц. Запрашивается бесплатно на сайте налоговой. Далее, это сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за 3-летний период, предшествующий дате подачи заявления в арбитражный суд о возбуждении вашего банкротства. Что это за документы? Это справки 2 НДФЛ за последние 3 года, вы можете запросить у работодателя. Это декларация о доходах, если вы индивидуальный предприниматель. Это может быть справка из центра занятости населения, если у вас нет дохода официального, вы состоите на учете в поиске подходящей работы. Это могут быть иные договоры гражданско-правовые, где, возможно, вы осуществляете деятельность, и вам за эту деятельность идут выплаты. Далее, следующий абзац. Это выданная банком справка о наличии счетов, вкладов, депозитов в банке или об остатках денежных средств на счетах, во вкладах, депозитах и так далее, весь абзац зачитывать не буду. Какие это документы? Это выписки за последние 3 года с ваших счетов, текущих или депозитных, о движении денежных средств. Это, как правило, актуально для зарплатной карты или пенсион, или иные карты, куда у вас поступают денежные средства. Далее, это копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального учета. Этот документ запрашивается в пенсионном фонде, так же, как и сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица. Это следующий абзац. Далее, это копия решения о признании гражданина безработным. При наличии такового решения запрашивается в центре занятости населения. Далее идут иные документы при наличии. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, это ИНН при наличии. Это копия свидетельства о заключении брака, если у вас есть брак и не расторгнут. Это копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение 3 лет до даты возбуждения процедуры банкротства. Это копия брачного договора при наличии. Это копия соглашения или копия судебного акта о разделе совместно нажитого имущества. А также копия свидетельств о рождении детей при наличии. А также документы, которые подтверждают иные обстоятельства, указанные вами в заявлении о банкротстве. К примеру, если вы ссылаетесь о наличии каких-либо заболеваний и расходах на лекарства, то приложите соответствующие документы. Все обстоятельства, на которые мы ссылаемся в заявлении о банкротстве, мы их доказываем. А также, к примеру, если вы снимаете жилье по договору аренды, приложите копию соответствующего договора. Не всегда, конечно, суд обращает внимание на именно доказательства всех обстоятельств, но, тем не менее, многие суды требовательны, и если вы ссылаетесь на что-то в заявлении о вашем банкротстве, то представьте соответствующие доказательства.
На этом по теме видео все. Если вам было полезно, пожалуйста, поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Меня это мотивирует больше для вас записывать полезного контента, регулярно его выкладывать на канал и еженедельно проводить прямые эфиры с ответами на вопросы. До встречи в следующих видео.